С ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев делает то, о чем говорил раньше. Никол Пашинян тоже пытается что-то сделать. Но Алиев не соглашается. Это означает, что Ильхам Алиев сделает свой следующий шаг. Каковым будет этот следующий шаг? Следующий шаг – отдать Азербайджану юг Армении. То есть, дать Азербайджану дорогу, проходящую оттуда. Как передает Ахар Ас, об этом сказал армянский политик Левон Айрян. Пашинян своими устами заявляет, что эти дороги будут служить не армянам, а представителям третьих стран. Эдуард Агаджанян говорит, что мы больше не можем удерживать Карабах. Ален Симонян заявляет, что Гадрут – это не Армения. Мы знаем, что будет дальше и каким будет следующий шаг. До сих пор мы говорили, что следующим шагом будет отказ от геноцида. Но сейчас я хочу сказать нечто более конкретное. Следующим шагом будет заявление о том, что не могут защитить интересы независимой Армении. Они скажут, что у нас нет такой роскоши. Нам придется присоединиться к другому государству, чтобы сохранить нашу независимость. Они скажут, что поскольку присоединиться к Турции проблематично, а Россия сейчас далека и слаба, то было бы лучше, если бы мы присоединились к Азербайджану. Пашинян заявит об этом. Сказал армянский политик Левон Айрян. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.